ханта полетели плюхи. Не, это сейчас. А до этого имею в виду. Че, давайте унитаз поставлю. Можете взять с унитаза огурцов все. Там бочковые такие. Маринованные. Подходи со мной. Если все тут, дам добавим полностью секунду. Что у нас дерево седое? Попробуй тут не посидеть. Сезон такой. 5, 4, 3, 2, 1. О, теперь он нормально навешивает, прикинь. А я и говорю. И у него КД появилось. Короче, починили походу. Отводи. Я вижу. Там заранее можно немножко. Стоп по боссу. Все в РДД зону сошлись. Может даже к столу подальше. РДД уже бьют. Отлетайте лицом в стену сзади. Точнее спиной. Ждите, все еще там придете. Быстрее только слушаю хоть. Что так далеко? Хилы уснули? Да. Перевод. Да вроде нормально. Да, да. А что он сразу не застанил? Пушку не рвать, вот. Служим с пельмени. Бомба. Отслабейте меня, к сожалению. Красный вход. Вы сразу в красный. Слушай, тоже уже. Мирик, идите, помогайте бить. А я завис. Три мирика. Все должны бить. А я завис. Кто? Лапочка, ты прохиливайся, не убегай, ёкован. Хилься, прохил. Я тупой, ты не догони просто. А жизнецвет на себе три сразу настакивай, когда такая хуйня. Из дубового этого. Пельмень. Чуть не сдох, нахуй, руки в тебя отдал, блядь. А кто завис, хапал или кто, блядь, я так и не понял. Зелёный нахуй. Бета-тест. Слушай, сразу вышли. Вика, готовьтесь бежать к РДДшникам. К нам РДД идите. Скоро бомбы будут. Пельмень. Да пердец. Ничего там страшного, добивайте. Гламурный есть, кстати? Да. Вставай. Захильте. Я тогда пала. Холи пала, да, быстрее, рез. Лужа. Не вставай, блядь, лужу. Хили лапочка, да, следующая фаза сам. Красного уходи. Красного все играйте. Ну, блядь, ну. Ханта прохилит, не? Пока нет, там нереально, блядь, прохилит. Диспельте Абаму. Диспельте Абаму. Абаму диспельте. А, воет, диспельте. Чё там диспельте?
То есть Асаника ни на ком нет? Был. На первом трое было. На первом трое было. Сейчас еще кулдаун до сих пор. У меня только вот сейчас отвисло. Все хуячим где-то, блядь. Минутку, ребятки, отойду. Вы когда вот у стены стояли, я еще думаю, куда будете отбегать? Зеленый у вас бежит, и вы встаете к стене. Вот вы понимаете, как взрыв происходит вокруг зеленого? Он от себя вокруг во все стороны откидывает. И вы стоите у стены. О чем вы думаете? Это интересно. А ты же до этого мы сдохли вдвоем. Да. Вот, а надо было отбежать, когда он бежал, на него пробежать и встать ему за спину, блядь, слизнем, блядь. Ярик, у тебя вообще на такие моменты бабл есть? На все. Нет, только на такие. Когда уже нет выбора, да, либо сдох, да, либо нажал. Да мне кажется, сейчас просто в три хила ебануть, да и все. Да не надо, они за хил. Либо пельмень могу поймать, ебать, бабл. Ну, чтоб проще, бля, было. Плюс у меня мастер. Ой, спек не с третьего хила. Да, мне тоже кажется, так будет и проще. И красный не сдохнет, нахуй. Они пока сообразят, что его хилить надо, блять. Я уже руки нахуй отдал, они в КТМах. А в 3 проще будет, блядь. И сакрай есть, и на такую хуйню, если вы у стены там решите опять постоять, как кучка, извините меня, блядь. Такое, честно говоря. Есть, ну, блядь, слизень из центра бежал в стену, нахуй. И все там в стене так и встали, блядь. Хуй знает. Ну, понятно, что кто первый раз, они так и будут стоять, а вы-то тут не первый раз. Надо встать за слизня было и отлететь в центр, блядь. Блядь, здесь есть такие, кто первый раз. Ну, судя по тому, как они там стояли, блядь, какой они тут раз? 10? 10-й в топовых рейдах ходили, где такой ситуации не было никогда, да? Так, я тут. В принципе, без разницы. Хочешь, спекайся. Урона вроде хватает. Так, да, урона хватает там. Я говорю, им проще. Мы даже можем без зеленого, в принципе, переводить босса, но рискованно. Че, кому это закинуть? По эрдру закинуть. А, так, блядь, у тебя ж нормальный хэпал пиже, чем у Ярика, правильно? Ну все, блядь. Сейчас Ярик придет, мы его на ДК отправим, его даем захилить. Нахуй тут туда три хила. У меня все спит нормально. Это ж хорошо. Это не просто хорошо, это охуенно. Это мой кредо. И на кого мне идти? На ДК иди, Ярик, быстрее так. Блядь. Давай на ШП уже пойду. На ДК иди. Ты мне, блядь, на всех выкидываешь, а? А ШП нормальный? А нет, конечно, как. Он-то нормальный, ну, блядь. Короче, иди на ДК. Ну нахуй. Короче, я на всех, да, КД ловлю, ебать? Так, а нахуй тебе это КД надо? Мне ОД надо. Так-то по сути, ну, по сути, если ему ОД надо, нахуя ему в натуре КД есть? Может, он сходит еще, типа. Мы... Давай престом зайду ШПшником, на него вообще похуй. Он ну, может... заходи, давай, заходи. Ты же на ДК не словил, да? Может, мы еще второй рейд соберем, нахуй. Вот.
второй рейд пойдем нахуй, захуярим нахуй, там еще людей дохуя. Только Ярик, давай побыстрее. Понятно, посмотри. Смотри, если я дальше буду хилом, тогда я слетаю за эту тринку, возьму за 9000. Полегче. Вот просто долго сидеть сейчас. Еще часик закроем все остальное. Пока. У меня есть рога, если что. Рога там заряженный. На шипы лучше заходи. И на шипешнике, когда будешь играть, тыкай взрыв разума. И когда взрыв разума тыкаешь, обязательно, чтобы прикосновение вампира висело. Это будет как ретрик, регенить ману всем в рейде. Прикосновение, взрыв разума. О, да, заебись. Остальное нахуй может не тыкать, блядь. Хорошо. Ну это охуенная хуйня. Я вот на королях когда бил за шипешника, 36 тысяч маны всем порегенил, блядь. Это дохуя. Так. Учитывая, что еще два шипешника били, которые ноль взрывов разума, нахуй. Если бы они били, там вообще, ебать, по мане было бы охуенно. Сразу бафы нажми и рыбу ешь, стоит рыба. Я уже все пахал. Да я Ярику говорю. Так, приказ. Чем там вообще в основном пиздить его, блядь? Шнурки по возможности, когда бьешь босса, кричи на АП, когда выходит слизень, на ХП кричи. Били слизня, можешь опять на переклики. Когда тебя бьют, как чаечка, кричи. Попалец. Палец, чума, потом пытка, 5 стаков плетений тьмы накопил, потом кидаешь слово тьмы, боль, и дальше... Знаешь, мне бафы. Хорошо. Ну и взрыв разум. У тебя шмот хиловский, сердце. Ты забыл поменять. Прикосновение, чума, блядь. ШП, ты в хило шмоте, если... Ебать! Шмот, да. Подожди, не пуляй. Стоп. Оба мог без диспельта? Все, поехали. Ты готов? Переодел? Да. Поехали, бей. Лужа. Сначала мили, потом вроде. На 85% стоп. 3, 2, 1. Стоп. Уходите в РВД. Все одну пачку садить. Лужа. Лужа сразу дальнего хода. Переводим 2%. Чё, как вам захилы, да? Мелики, сейчас босса разверну, сразу в лицо бейте. Ну, Макс Рэнджа, пельмень. Близко не стой. Колба. РД, готовьтесь сразу в красного играть. Мирики пока выберет цель, потом пойдете бить. РДД через мили зону проходите. Чтобы миликам меньше бежать было. Скоро бомба будет, мили. Разворачиваю, будет слабеть. Отвожу. Пельмень. Мили в РДД. В РДД к милику садитесь. Смотрите, может быть лужа. Лужа. Нормально, не ебеня. Ебать, я мощный ШП, блядь. Ага. Ты еще только играть умел бы за него, блядь. Еще бы себе больше 5000 ДПС давал, вообще прекрасно. Я и так, блядь, не перегибай.
Еще один красный будет. Возможно, даже зеленый будет. Не знаю, здесь. Милики, пока босса бейте, РДД уже красного. Мили, идите бейте красного. Помогайте. Пельмень. Добили босса, 5% переводим. Грустите. Колб. Я не говорю, это словил. Успеете перевести, сейчас будет Слизнюк. Да, перевести. Слизнюк, стоп, да, да. Мы стоп, уже не успеем. Уже не стоп пришли. Уненно, ничего страшного, плюнь на него просто, если успеешь. Масса крови есть. Не успел. Похуй, масса ничего страшного, сбегите сейчас все не, вместе. Не, я, по-моему, сколько он сразу накидывает, я успею. Я красноярск успею кинуть ему. Красноярск кинь сразу БЛ, БЛ, дали? Не, нихуя. БЛ, заливайте, я дам этот. Нормально, не умрете. Сразу откинет, сразу в одну пачку сбегите. Не, вы успеем и добить просто. Все, босс экран. На 4 стаках соберешь. Проведу немного. Забирай. Пельмень. Воет, поймаешь стак один? Да нахуя, блядь, он сейчас сдохнет. Я говорю, тут 6 стаков на танке, по рейду 0 урона, блядь. Убишь, фрейм. Не, ну 5 стаков норм, 6 стаков, но... Да, я тебе говорю, ну я лично танчу. 6 стаков и сел, и 0 урона по рейду. Вот это того лишний урон слабый. Видишь, изи. Всякая параша выпадает. Лут помойки какой-то, наверное. Да, помойка. Плечо, скорость. Пузо на холика, ебаный рот. Приговённое пузо. А, ну... херовое. Пузо с моноргеном на холика такое. Тебе с хостой, но... хоста крепко. Вот реально не понимаю этого, даже под ЛК контент это очко, а не шмотка, зачем это вообще добавлять? Просто смайлик, смайлик. Типа, чтобы было что распылить. Внутрь сейчас не заходите, здесь сбоку стойте, возле моба, дальше моба не заходите, берите квест. Сейчас все подойдут. Ебучего разведчика спасти. Тут просто, ебать, я увидел, что шипет вообще без камней, блядь. Все, можешь вести, да. Не ходите туда. Туда никто не идет. Бьем здесь. И не отвлекайте туда только. Спиной, да, в стену ставь. Видишь следующий? Может, троих здесь. Зависит? Не. Че, вы хотите этот, типа выпуливать всех, а потом уже пойти туда, да? Ну да. Наверняка к вас здесь. А задиспелить нельзя это? А, оглушание. Вас диспелом пристав. Неуязвимость? Советника бейте. Он кидает невезде. Такой хорош. Вот эту хуйню можно с бета-тестером, а с дисплеем снять. Сейчас я рекомендую на панели найдет. Подожди. Да, или в книжке, да? Да,
подожди, надо найти. Что там вот это? Можешь написать слэш юз, слэш каст, массовое рассеивание. Иди следующий. Ну вот это вот можешь. Кстати, был где-то видос, где челик на арене лхантом и писал вот это слэш каст, вот эту всю хуйню. И выигрывали, блядь. Немного только. Просто надо нормального шпешника сделать, ебать. Без камней это 10, ебать, убрал. Хант, не заходи туда. Так. Тактика. Мне надо нам. Неприятный пак идет, короче. Советника первого сейчас убьете. Череп. Потом тактика. Сомалийский тактика на себя держи. Почему уже все мне гендер мужской приписывают? Что Саша говорит? Я сомалийская! А, да? Женщина. Буш сомалийский. Я понял. Хорошо. Да я понял, никаких камней никто не может взять, каких-то бомжавских хотя бы. Привет. Здорово. Что в целом? Выпуливать следующих уже видит. Угу. Какие нужны приступать камни? На интеллект. Ты вчера груль магик хрен с ним спи, да? Ну, магика. Магик. О, груль остался, да? Красава, ништяк. Раз кружка, кружка, хуюшка. Герлок тоже не били вчера? Нет, ну корт, не клинись нахуй. Сегодня ЦЛК. С груля добивать субботу будет. Вся пачка да? Идет. Ну, четверо. ЦЛК приоритетный институт. Также советник первый приоритет. Понятно. Ну я теперь ту хрень. Это у них суточки, через суточки было, ебать, въебаться после отпуска вообще. Без отпуска обычно выходишь и понеслась нахуй. Матья по-другому, блин. Ладно, пойду хоть. Вэй, поделаю мне велик. Это, слышь, вот, хэпала одел чуть-чуть. Одел хэпалом. Получается. Вообще, ебать, на изи нахуй. Упало просто все подряд. Я такой, ну, это мне надо, нахуй. Я буду одевать, короче, ткань, кольчугу, нахуй, кожу. Все на себя, нахуй, напялил. Получается. Соки ты понаставлял. Ох. В итоге, зашел 230 что-то пятым, а вышел 242 сейчас тут. Ну я еще боешку, в смысле, это как бой вступил, а так, короче. И в итоге сейчас сколько? 900 косты у меня с копейкой и 43 тысячи маны. Ну хотя я, короче, сколько... Спасибо себе иннер, ты в Мариске тоже. 2100. Да мы тут релим. Ну ладно. Но все равно чувствую, хосты что-то маловато. Проходим, проходим, все проходим. Все, ладно, не мешаем. А я загрел, если что. Ничего страшного, мы успеем. Там мало мобов. Тактика сразу убей. Ладно. Потом надо камни сделать. Как же они заебали меня при сапке дать. Тебе кого проще будет держать? Тебе себя. Ему двоих. Хорошо. Ну, ладно, могу. Ну, типа, дёбка по двум целям. А тому и ВПшки проще да? Кидать по сферкам. Ну да, согласен. Чё, двое будешь? Да, да. Справа добег какой-то. Последний мог. На Сардуле не очень много поехал. Смотрите за этими. За кинетиками сбивать, подбивать тех, кто есть. 4 РДД, хорошая пачка. Особенности Райлас. На пулы давай в мишку по КД.
и кинетики подбиваю. Все, все здесь, можешь брать. Только смотрите, чтобы между вами 50 метров было. Скелес это вы мишкой. Чтоб частица под воду ебашил. И там повернешься спиной сюда. Слышишь, этот Мишка, и подведи, ага. Вообще, я в тебя, когда кастовал, у него проходил тоже. Еще подведи. Еще. Достает. О, теперь зайди. Покелесет, ага. Без АОЕ только. Тоже на сро. Хильц, Диксиона и... Нурки осторожней с агром. Я много не набирал, но лучше стопни еще. Сферы падают. Кинетики, кинетики, бейте. Хан. Лапочку Райла Сузахи. Кто не бьет кинетики из вас? 4 РДД нахуй. Назвать паником вас или что, блядь? Все 4 бейте, блядь, чтобы такой залупы не было. Вихрь, аккуратно. Пересет, бля, забери, 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 быстрей. Сферы пособирай, прожмись. Так как я это все сделаю сразу? Все. Добьете? Под бабом, да? Добейте! Блять. Там дохуя 100 тысяч. Пиздец, блять. А чё, на тебе сфер не было или что-то, не могу понять? Я не знаю. Было куча сфер сейчас просто. Странная хуйня. И там такие черные должны быть. Да, я знаю. Одна сфера 35%. А там эти побежали, Талдарам с этим. Они побежали, потому что я туда побежал. Ну, походу, во время смены цели резко все сферки на кого-то, блять. И там просто какое-то вскипание даешь и все. Все на. Да, не, я же говорю, на мне пачка была во время смены цели, я хуй знаю, что произошло. Странно. Ну давай, давай, аспект этого. Стаи там или чего-то. Сколько тысяч интересно тебе ебануло? Надо еще сейчас бежать. Потому что 24 минуты осталось впритык. О, а раньше же 15 минут вроде было или нет? Нет, 30 минут всегда было. 30 минут на убийство двух боссов. А, ну да.
Мишка, а чем ты так хилишься сильно? Что такое дикая защита? Дикая львица. Пассивка моя. Ёбка. Рольская. Еще 200 для ХПС на танка. Где ты? Подмите сразу, сразу рез этим. Блин, где? Нету там 1200. Рыба стоит. Может, у меня страшно, нахера? Наверное, страшно, не знаю. Ярик, ты далеко? Нет, рядышком. Забегаю уже. Сейчас Ярик добежит сразу в футбол, давайте. И пуля, потому что мы не успеем, мы сидим так сидим. Хава, Ярик. Блядь, я подвисаю, не пойму. Приступав так нить. Да я тыкаю, блядь, ну что я подвис. Алло, алло? Это слышно тебя, слышно. Да похуй, блядь, ебать, а что за подвис, ебать. Мат. Разлагал, не? Не. Ты бегаешь. Бегаешь, стреляешь нормально, блядь. Ну перезайти, хуй знает, быстрее только. Это без меня пульнули, подпиздили, блядь. Хули. Давайте пулять. Проще подождать так-то. Хотя ладно, похуй. Пуляй, сумиски. Да, но если... Пускай оно из игры тогда не выходит. Теперь можете видеть. Блять, установка связи пройдет. Ты тогда лучше не заходи. Не подходите близко, бегай. Падать. Мы не разошлись, Лич. Нет, они все просто сдохли, видите? Возле босса. Три тела шо. Так добьем, а? Ну не добьем. Ложись. Не добьем. Чему не добьем? А чего мы не добьем? Давайте уже. Минус 4, блять. Потому что. Пизда квесту, заебись. Да не, не пизда. Еще не пизда, но. Так, СС на друиде не вставайте, массрис у нас вроде есть. Да, есть. С тела не вставайте. Нет. Так вы не тупите, меньше будет, все четко. Типа у всех времени нет, и все хотят квест сделать, и все дохнут от вихря, блядь, ну там, нормально. Там когда Талдорама выбирают, нужно от него отбежать, чтобы дальше шарик летел. И когда шарик летит по пути шарика, нужно, чтобы челики стояли, то есть он как можно дольше разряжался. А тут он разрядиться не успел. Кого он выбрал там? Вставай, у кого там СС был? Посредка. Он просто взорвался сразу, куда долетел до него. Поэтому он шел. Диксон, на сразу шкаф поставишь, как станешь. Тыкните. Не, ну масрез, конечно, топчик. Тыкните, тыкните, на быстрее сумму. Все. Давай, рыба. Да у меня есть рыба. Хорошо. Бафы на всех есть. Так. Все, подходим.
Диаграмм тоже не забывайте, не скрывайте. Сфера одна ушла. Спустись, ну, честно, частица доставала Смолинский. Там все. Ебучий рот, блять. Как так? Не пойми, ну. Что за хуйня? Давай я на сферке. Че их там не было три или что-то не могу понять? Нет, я сейчас скажу, как это делать. Шестьдесят тысяч, не, ну они как-то слетают, нахуй. А как они слетают-то, блять? Ну, сейчас скажу, уже. Короче. Видел, там залупа откинула меня возле босса. И вот когда я летел в воздухе, мне прилетело эти 60 тысяч в ебало. Потому что сферки, когда я лечу, не на мне. Я думал, ты отбежал, блядь. И потом уже тебя убило. А, он говорит, в эвейде стоишь. Да не в эвейде он стоит, его откинуло, то ли это... Ладно, похуй, любите. Ну что ты сейчас делать? Тогда что постой, может делать? Получше будет там, блядь. Типа они, блядь, и сколько там, 35% этого дамага режет, сколько там копье, это 70 тысяч, нахуй. Под одной сферкой ты будешь лутать уже, блядь, 50 тысяч, нахуй. Так, блядь, конечно, на мне их было 4. Я же объясняю, когда откидывают, они снимаются. Это пиздец, конечно, печально. Так, смотрите, у меня СС 8 минут. Сейчас, если убиваем минут за 7 этого босса, пробегаем все весь трэш, СС кину в этот момент. Реснемся у Ланы, попробуем сделать все-таки. Пизды нам дадут, да. Там татки хорошо, то я думаю. Ну, мы пробежать успеем? Да мы успеем, если и сейчас и поставить бьем. Шкаф, успеем. Так что нормально все. Сумоньте сразу, кто там. Кто бежал, там трупа хрестить, но не там. Давай на сверке стану. Все бафы на всех все есть. Че, немножко маны попью? Хант у меня на пол сейчас давай. Сколько там, 15 показывает? Да. Да, это уже меньше 15. Поехали. Репоты не пожалеете. Вихрь. Моя чаша полна. И прольется кровь. Повезло, блядь. 100 сферок накопит. Гламот.
мелики сзади пружину аккуратно. Здорово. Здорово, сын. Да, погнали. Привет. Толка. Нормально. На этих забасов. Не ауешь, не ауешь, пожалуйста. В центре пружинка кровь. Смена была через 4. Два кинетика под. Вихрь. Просто кинетики подбивайте, бейте. Сразу же бежим дальше. Там трэш тонкий должны успеть. Все, побежали. О, ступни неплохие. Нужны кому-то ступни? Если нужно, бери. Ты хуй, я там паролю. Выиграю, не выиграю, на шипы. Забери трэш. Да встань. Чё, бьём или бежим? Чё? Может, если пробежимся? Чё-то тут, ну, три моба, это уже два ляма. Бейте, бейте. Мы все успеваем. Только вот лану надо с первого трая убить. Вот это хуёво. Просто вот такая херня может случиться, когда мы будем бежать. Рота у них сбрасывается, блин. Я сколько? Лана, по-моему, 8 минут убивается. 125. 6. 125, да, по-моему, 8. 6 минут везде. Чё, бля, чё было 8? Бросайте быстрее, бросайте, бросайте. Блять, я боюсь, конечно, как-то так. Че, не резнуло? Да хер. Прошу, все, подожди. Короче, я побежал тогда. Не надо. Сейчас я... Ну типа все, на мне, все, на мне ходки, на вас ходки висят, да? Я ж не спрятал. Да, идем дальше, все. Там ШП подхиливает ходки, так что... Советников. Тут ШП мощный. Так, мне надо точная инфа, кто из вас будет на боссе главным, а кто будет просто стоять и бланить. ДК на боссе будет. Ага, все, тогда частица мишки. Потому что по второму больше дамага будет ходить. Ну, если хочешь, можешь ловить пуст вообще без проблем. Я поебланю. Мне хп больше. Там никакие ни поглот, нихуя не работает через зеркало вообще. Там тупо кого больше хп, тут и еблан. Кстати, этот Маврик, вот кто на Маврике сейчас играет. Перед началом боя этот можешь уже сейчас, наверное, даже на себя антифир закинуть, и потом мозги спел нужно будет дать. Это я знаю. Тут я не дурак.
По локу сразу фулл баф. По локу сразу фулл баф. Бафайте. Сбом начинать. РДН, РНЖ, милить. Каст нам дайте. Каску дайте луку. Да все, можете начинать, пускай что-то ловит. Пошли, 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 пошли. Куропак и укус. Подойди ее поближе. Бана достал. Тени через... Готовьтесь выноситься. Диксион. Самодамажущих кусать 4 человека, потом не работают взлетки. Можешь Войда укусить. Помогайте с хилом. Гламурище, там Маврик. Бери Диксион. Стера захилить. Я тебе помог, а у меня тут там кнопок нету, бать. Факт. Грязь сейчас носить. Скоро укус будет. Не пройди. И тень. Райлас. Мурного захит. Факт. Шнуркера. Сейчас на кого раньше? Сейчас тени, да. Тени на этого человека эфир. Эфир, да. На Диксиона эфир. Сразу разбежались, 8, 8 метров раньше набрали, прижимки свои прижали. Ярик, можешь гимн на ХП отдать. Блять, тут даже нету нахуй ебать, а вот он. Заебись хуй. Дресс и Сомали, скинер сразу. Встанешь, когда босс полетит. После пакта. Снеситесь. Гера, давайте. Райлас выйдет. Гиб на ману читай. Крист. Бля, сейчас что получше бежит. Сейчас найду, а блядь, прочитаю. Нашел. Но не проебите укус. Всех, кого можно. Даю. Даю, не мой аккаунт, ебать. Ты одной рукой куришь, одной играешь? Сити, Маврик. И тени сейчас будут вынести. Райлас вынести. В смысле, а чё, руками играют? Скоро пакт и тень. Как вам такое? Райлас. Ебать его хейтит. Там лучшая отливал ты. Ну, с божьей помощью, как говорится, да? Да, конечно. Чуть не проебались. Шея. Хуйня, не шея. Да, ну такая себе, ну неплохо. Так, давай хоть магию реально повыставляем. То, что говорите, давайте. Вот. О, божественный гимн нашел, ебать. Все, поставил. Все, гимн манна есть, все есть. Боже, ну чё, по-моему, багруха выпадет, блин. Ну и его. Мне. Блин, квест на королеву, да? Ну ладно. Да. Что, гаца, ну, честно говоря, стиснул зубы, думал, что этот уже все. Что-то как-то скудненько по этим.
А, ну да. Просто что-то вообще бойцов. Как-то это... Ну, вон, янтарь. Где ВЕшки? Что за херня? Они, походу, порезали чуть-чуть шансы. Что-то вы мне не оставляете возможности. Чё, вчера, кстати, в ВВК ходили? Сразу из-за угла не выходите, мы трэш поймаем, развернём, потом будете бить. Чё, гол, нет? Да, вот это пьётся, пусть вот это пьётся. Как выполнили квест, так и получили награду. В принципе, тут я с тобой согласен. ОД получили уже позже. По косарику. Сомалийский ебани инер, чтобы не простая. Так, Войт, еще раз, что надо тыкать? Прикосновение вампира, чума, потом взрыв разума, да? Прикосновение вампира, чума, это у тебя два стака плетения тьмы повешалось. Пытку даешь, три тика, и у тебя появляется 5 стаков плетения тьмы на мобе. Точнее, на тебе 2. Пытку один раз, три тика на тебе. И как только 5 стаков эти появились, ты тогда уже кидаешь слово тьмы боль. Ну. А взрыв разума когда? Забери эту ауешь еще. Взрыв разума изредка кидаешь, главное, чтобы на боссе палец висел. Ага. Понял. Взрыв, в принципе, там прям, ну, не обязательно. Тем более там. Взрыв обязателен, нахуй. Потому что он ману реген. С ним, во-первых, ДПСа больше, если дотки и последние тики не проебут. Плетение тьмы, да? Вот это? Да, да. Должно быть 5 стаков. Как только 5 появляется, да. Тогда ты вешаешь слово тьмы боль. И ты открываешь все ротации. Понял. И потом по кругу тогда? Да. И потом по кругу просто обновляешь эту парашу. И пытку хуяришь, и взрыв по КД. Понял. Ну еще такая особенность, если кто-то дает геру или ты пьешь припот на хосту, ты обновляешь палец и всепожирающую чуму, потому что они, чем больше скорости, тем быстрее они протикивают, то есть, соответственно, больше дамага будет. Если дали геру, и у тебя доты висят, ты перевешиваешь палец и чуму. Ага. Ты будешь топ ДПС давать. Может, на пару косарей больше, чем сейчас. Пусть хилы отопьются чуть-чуть, а? Да ну... Да захилят чуть-чуть. Тут уже осталось. Я всех не буду брать. Да, не надо. Да, всех не надо желательно брать этого. Маны 30%. Ухала. Резко. Да захилить-то успеем, а вот синдру, скорее всего, нет. Ну, все равно там еще и личество. Захилим, посмотрим, что по времени. Если будет минут 6 еще, пойдем в комнату почистим. А, вы про ребут, я что-то не заметил. Угу. Поле палом с локом это через щит на пол. Через части. Да в обычке хоть шопы, хоть ретрика можно захилить. Просто портальчики собирать. Ну да. Там, скорее, не, ну ретрика мне очень нравится, потому что ты же там урон от стаков. Здесь нету, в обычке нету урона от стаков. Ох, тогда вообще похер как. Че, мы по сути 2 часа идем, да? Да долго. Не, ну, дохнем. Там, нажмите там. Пиздюков надо отвезти.
Никсон. Не дураки были, блять. А чё бы это пусть? Клацнул на этот хил на лане, аж глаз радуется. Давай, если что, это ты слева, я справа. Угу. О, это полетает с ртуна на рейд. Инер, дай по лапочке. Понятно. Мне не жалко. Заходим сразу прям в правителе. За нее хотя бы ОД дают и неплохо так. Репы. Больше, чем за босса, по-моему, кстати, репу за него дают. Так, репу. Через доспех или через что там? Доспех лопуняет? Ну, доспех под конец поменяю. Да, эх. Чужаки ворвались во внутренние погоны. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся кости и прах. Подавление вышло. Он большой вышел. Подавление убейте. Мистер Гайща убейте. А, черт. Ой, ты чего у тебя так агры много? Ты чё, спрайдом вниз? Будет ещё больше скорости. Да, это один. Зато трэш держать удобнее. Выходит уже. Таунт нажал. 100 тысяч граней. Так он их потом обратно забирает. Подавление убейте, потом остановите. Скажешь, когда тебе гера нужна будет? Вот. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Рыбу перенесли. Перенесли? Микроцмену. Нормально. Они могут так сейчас переносить, но да, рассылка закроют. О, вот суки. Я уже чай пошел, год приготовился. Подавление убить. Ты после следующего захилишь? Хуй знает.
это должен. Да, подобро, 36 стаков. Ну, а еще одни. Как бы сейчас захилил бы. Ну да, захилил бы под герой скрыли. Бейте подавление. Ну, вот сейчас после этого. Я прожал этот какой. Ну, доспех, короче. Давайте, герой. Блядь, поляму, блядь. Поляму. Могли без геры захилить. Конечно. Столько стак. А меньше можно было там на 30 спокойно захилить. О, плащ, круто, круто, я хочу. Куда ты полетела? Нормально. Живой. Я говорю, так она видал, как разогналась под начало-то. Я думал, долечу, пойду, нет. Че, принести или будут? Да. Даже не вижу, когда ты сам. 10 минут последний раз видел. 30 минут. Все, заходим все внутрь. Заходим, заходим. Не советую бить сразу.